Воркаутом могут заниматься все, и мужчины, и женщины, и дети, что доказали открытые соревнования, которые состоялись в экопарке Затюменский. Инструктаж перед началом турнира провели Наталья и Михаил Китаевы, ведущие специалисты движения в стране. Минус у воркаута они называют один. Если человеческий организм, в частности, вот на данный момент времени, не готов, не разогрет, не размят, не подготовлен с точки зрения опорно-двигательного аппарата, суставов, сухожилий, мышц, у человека могут возникать травмы. Это нормальное явление для любых активностей. Зато плюсов гораздо больше. Вот главное из них – это бесплатно. Ждать очереди к штанге не надо. Турниковые площадки сегодня почти в каждом дворе. Занятия на свежем воздухе укрепляют организм. И самое главное – стать более открытым, более общительным, завязать знакомство, найти свою новую любовь, найти друга. На личном примере я через все это дело прошел, и чего и вам советую, друзья.